Эй, всем привет, с вами снова я, Ноут. Сегодня мы будем играть, проходить такую интересную игру Outlast. Итак, тут нам такая предыстория. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты, отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. На одно из таких мест, психиатрическая лечебница Маунт Мэссив, можно смело называть адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мэссив невозможно, так что останется только бежать, прятаться или погибнуть. Нам придется бегать, прятаться, но я думаю, чаще всего мы будем умирать. Игра в последнее время, как хоррор, достаточно популярная. Так что я подумал, новости. Радио перестало работать. Находимся где-то в горах, судя по второму плану. Сентября 2013 года. Email. Тема совет. Незаконная деятельность Мы незнакомый, ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать и не могу следить. Я 2 недели проводил консультацию о программном обеспечении психиатрического исследования Мерков. Месяц меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко, говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях, люди должны об этом узнать. Вот так вот. Итак, у нас есть батарейки, у нас есть камера со вспышкой. Что мне подсказывает то, что вспышка вообще не самый хороший вариант. Мы можем даже снимать. Это круто. И у нас есть ночное видение. В прошлый раз, когда я ходил, я там заметил одну интересную штуку. Блин. Что ж такое? Так. Тут у нас ничего интересного. Вот это я заметил в прошлый раз. Так. Фонарь. Какие-то военные машины. Я надеюсь, нам не придется ни от кого бежать. Так, ну здесь есть дырка. Давайте попробуем сюда зайти. Знаете, я бы на самом деле, если был бы репортером, не отважился бы на такое.
Уже как-то не очень весело, честно говоря. Как-то не люблю я хоррора. Смотрим, что у нас тут. А. У нас есть батарейка. Больше ничего интересного. Документы. Давайте почитаем. Лечебница, лечащий врач. Состояние пациента утверждает, что состояние самонаправленных осознаний. Да, сам без В общем, ничего интересного, просто данные о пациентах. Кровавые следы. Давайте его быстренько, мы сюда заберемся. А там какие-то странные предчувствия. Ух ты, черт. Итак, нам придется идти туда. Наверное. Ах ты ж! Не очень-то приятно, честно говоря. Ладно, так еще быть. Не, лучше бы эта дверь не открывалась. Ладно. Бейте меня кто-нибудь, мне здесь очень не нравится. Я репортер. Надеюсь, на этом. I see. Merciful God, you have sent me an apostle.
guard your life, son. You have calling. Призвание? Не, лучше вы меня убили. Охренеть, сколько здесь трупов. Так, документы. Их уже читать, по-моему, бессмысленно. Так, там компьютеры. Тут светло, но тут кровь. Черт. Нам придется идти через кровь. Я никуда уже не хочу, честно говоря. Давайте позвоню в полицию, что ли, или... Вообще нехило это же, мы еще так спокойно ходим. К сожалению, сейчас у нас нет выбора, и нам придется туда идти. Как-то мне здесь не очень нравится. Я вспомнил это место. Там, где труп был. Или не труп. Эй, парень! Как дела? Ну, у него все хорошо. Ребят! Классная передача. Хватит, черт возьми, записывать, я сейчас обосрусь. Так. Очи сидят кучкой, пялятся в пустой экран. Это выглядит... Они вы выглядите как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Но похоже на чердаке у них совсем пусто. Что, зачастую у нас вообще нет выбора, и нам придется идти туда, куда я не хочу идти.
Боже, ты так громко дышишь. Эта дверь закрывается охранником. Ладно, что ж, пошлите сюда. Черт подери. Так, по-моему, я где-то должен был найти ключ. Рука. Тело. Но не ключ. Ребят, у вас есть ключи? Ну, ключи, все дела. Кто закрыл дверь? Не, дальше не пойду, я лучше посмотрю, может, я где-то ключ пропустил. Не знаю. Да где этот гребаный ключ? Не хочу я просто в подвал идти. Ну вообще никак не хочу. Не, не сегодня. Пойду лучше посмотрю, может там все-таки я где-то его пропустил. Нам нужен ключ или какая-то карточка. Если все сводится к тому, что я должен идти в подвал, то все очень плохо. Чувак, не одолжишь карточку, может она у тебя есть? Наверное, нет. Но о них можно и не спрашивать.
Так, ладно, нам нужно идти в подвал. Давайте, наверное, и закончим на том, что нам нужно идти в подвал, потому что... Не люблю я всякие подвалы. Выпью несколько банок валерьянки, и тогда, в принципе, можно и даже в подвал сунуться. Что ж, давайте тогда здесь и закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы смотрели это вечером или ночью, если вообще смотрели. Скоро мы пойдем туда. Надеюсь, что не пойдем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.